А все палы тут воет? Воет, Фьора, Утроп, Калк. Вы все тут или нет? Я каски бафаю. Отлично, давайте Калк будет бафать кулаки. Ой, кулаки, говорю, эти кресты. Воет кулаки, Утроп будет бафать. Ты каски бафаешь, да? Да. А, лица есть, да, Джеймс? Ну, тогда ясно. Фьора ничего не бафает. Значит, я ничего не бафаю, да? Ну да. Ничего, типа. Там, если я скажу, надо быть бафом. Ты пользуешься... Как это? Пали пауэр или ты бафуешь по фрейму? Фрейму. Если я скажу, там, в бою бафнуть быстренько вара, ты сможешь это сделать или нет? Конечно. А я спрашиваю, я тоже по фрейму себя бафну. Точнее, не по фрейму, а по фокусу. Ой, ты сможешь добычу раздавать? Три гектара фигня, пацаны. Да, я иду вагоном, но вчера, ну, когда я хожу всеми своими персами, фулами, я вчера ходил котом, если кто не знает, я никогда не АФКшу, я всегда играю, то есть я всегда всех бью. Кто не заметил, кот вчера... Ну, отрывался на 15 лямов. Так что, пожалуйста, бейте трэш. А не надо там АФКшить или еще что-то делать и так дальше. Каждый класс может бить трэш. Я не знаю, всеми классами, что я есть, ходил и так дальше. Я всеми классами показывал, что можно быть первым за этот весь инс, за этот весь все ЦЛК. Да, Рогой было сложнее, я был вторым, Рогой никогда не был первым. Фуловым криворучкой, но все равно... Тут можно быть первым, но надо, чтобы Рога немножко было поднапрячься, тогда ну ладно. Всеми классами ЦЛК можно быть первым, если ты не АФКшишь. Но если все не АФКшат, то там первый будет вар. Это понятно. Потому что у кота что-то в ЦЛК не очень, только биркаст. А трэш. Я катал всегда первый на трэше. Любое дело босса с трэшем. Чтобы хорошенько врываться и быть первым, надо, чтобы еще и на пол был на танках. У меня как у варов, короче, чардж, размах и могила. Мы этого чива, когда в ульте делали, они появляются из стены. 52к, ДПС разогнался. Ладно, давайте по бафам и все сказал. А еще одна такая фигня вот поставил. Вот будет вам раздавать лут. Означать ГП, там все дела туда-сюда, все ненужные вещи будут идти в войду.
Будешь их продавать, не знаю, что делать с ними будешь. Мне в сумке их не надо кидать, у меня в сумках, как всегда, все забито. Всякой херотой, так что мне шмот не нужен и не надо. Просто поставьте первый плюс, и тому будет уходить весь нужный шмот, там, не знаю, куда. Кокосина поставила плюс. Ну, чантером же. Риги. А, просто если надо будет вам шмотка, то будете обращаться к Кокосине, она будет вам отдавать. И чекну с руля офнуться. Дайте фулл баф по рейду. Итак, Истею нокдаун ты будешь бросать на... Да, на никчемок бросай, а шейдим ты где? ПС отдавайте на Акумена, чтобы компенсировать дома. Так, давайте еще раз чекнем. Попадайте. Да. Дайте шкаф. Soulbomb, дай шкаф. А Soulbomb, он Soulchart. Да, Soulbomb, ты вообще перенесите его в РК. Нужно подождать. Знакомый ник. Нити на сумон. Бомбом, этот перенесите Лео в РК. Кто там может переносить Лео первой гостевой? Перенес. Лео, ты это, ты Soulbomb, Лео? Лео, ты Soulbomb? Напиши что-то в рейд, если ты слышишь. Отлично, смотри, напиши, на кого ты там ролишь, потому что шмот демона и Африка отличается, чтобы я сразу понимал туда-сюда. Две секунды я настрою свои фокусы на отдаление камер, и мы начнем. Он рулит на Африку, он в РК написал Африка. Йон, тебя плохо слышно, я не знаю. Давайте чек. Поешьте еду, дайте рыбу. Есть у кого-то рыба? Там стоит рыба. Горгот, ты тут? Отлично, этот рулит на Африка, как его, Soulbomb. Пойте рыбу, она там сзади стоит. Пейте фласки, вары, три вара, смотрите, вары, ваша задача, надо стакать, это, раскол. То есть, давайте сделаем так, вот босс есть, у вара бурс 30 секунд, за 20 секунд должен, не, даже не за 20, за 15 секунд должен быть настракан раскол. Или давайте я его просто, ослабление доспехов, постакаю, все будет нормально, давайте еще раз чек. Геру с пула дадите, будете стоять в... где-то хрень... в квадрате. Все, все готовы. Давайте на счет 1, нокдаун не ждет, на пулы на нокдаун на 3, 2, 1. Я скажу, когда дать геру, погнали. Давайте геру. Тоже не стойте. Два шипа сзади, сбейте шипы, один сбоку, один сзади. Когда сбейте шип. Шипы, сбиваем шипы, два сзади, два шипа сзади, сбейте шипы, два шипа, РДД. Смотрим вихрь костей, бьют только РДД, милики не бьют, давайте. Сбейте шип в уму, что это за параш? РДД бейте только, шипы бейте. Выбежали из этого, из зоны. Центра разбежались, из центра разбежались. Давайте чешку, хилы там, не знаю, гимн ХП с руля, читай гимн ХП, с руля гимн ХП и убивайте шипы.
Ушли с пламени ушли. Фрайм босса, шипы, и впереди шип сбейте, на кого там шип, уйдите с этого клива, и шип впереди ханты, говорю, эти РДД. Шипы сбили, давайте вары рассекающим, вихрем. Сбиваем. Беги, малышка, беги. Эти боссы в лужах, не стойте, все, босс упал, короче, там параша упала, разроливайте, что кому надо. Я кольцо костяного колоса ролил на офспека. Не то кольцо. Не надо. Не то кольцо, Войт. А, ну, гордо покидайте кольцо. Так, смотрим, что тут у нас. Моровинд спекайся в танка. Спекайся в танка, Моровинд. Поешка. Смотрите, ханты, что тут надо сделать? Вас двое. Как мы будем делать? Начинается, будет начинаться босс, фаза. Вы напулите на нокдауна по КД. Вы напуливаете на нокдауна по КД. Как только Моровинд заберет себя, ну, заберет босса своим игрой, вы начинаете пулить на Моровинда. Что для этого надо? Надо два макроса по фокусу или надо два макроса на имя? Что делаете? Что используете? Ну, как хотите, так и делайте. Короче, когда я фантом, трэш, ну, не уходит в рейд. Так что давай. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Ты спекнулся у панка или нет? Вечно. Ханты, вы поняли, что делать? Поставьте плюс в чат, если поняли. Отлично. Сейчас, подождите секундочку. Так, все, настроил, чек. Дэвис. Готовы, нет, все, все готовы. Давайте на счет 2 начнем. На счет 2 они сразу. Все, давайте бейте пока леди, бейте леди. Я скажу, когда бить трэш, бейте пока леди. Давайте, танки, собирайте трэш. Не надо еще трэш переключаться, бейте леди. Милики, переключились трэш. Справа убили трэш, милики, давайте направо и убили справа трэш, милики, резче, милики. Контроль дайте Войду и Мадороке, шип там не сильно критичен. Будет, давайте бейте леди, сейчас будет трэш, я скажу, когда бить трэш, пока вливайте в босса, чтобы разогнать ваши доты и проки. Пока трэш не бить. Я скажу, когда бить, когда танки их силы. Не бейте трэш, разгоняйте проки в босса. Давайте в трэш.
справа трэш милики, речи милики справа. Ты так ни в чем, ты будешь бить справа трэш. Справа всегда бей трэш, дайте Горготу и Войду контроль. Трэш все время живой. Леди, смотрим, сейчас будет третий трэш. Идем справа, все, стоп по леди, бейте трэш, трэш, бейте, бейте трэш. Иди готов. Давайте, добивайте там справа, все, давайте в леди разряжайте, с Кокосиной и Алпичу контроль. Добивайте леди, давайте на пул на этого нокдауна, на пул на нокдауна, смотрим духи, бейте трэш справа, справа от леди, не, слева от леди, по левую руку от леди. Добивайте трэш. Все, разряжайтесь под леди, танк нокдаун, веди босса к правому краю, сразу веди босса к правому краю, духи идут в рейд, дух идет один на меня, отлично, ушел нокдаун, босса к правому краю. Так, раскол на стаками, отлично, смотрим, Фогу и Кокосину дайте контроль, не убейте Джейлис, духи в рейде, Солбоуна захил, захил Солбоуна, отлично, сдох, Калк себя прохил, дайте чешку, гимн на хп, мобильный хил поет, Шедим, подымай Солбоуна, а Фога подымай Войд Холли и бейте трэш. Фога Войд Холли подымай, пильте демона, бейте трэш. Смотрим духи, духи в рейде. Духи в рейде идут на рейд, спокойно отошли от духа, подбежали. В другую сторону, что там по агру? Так, законтролили Нериона и Альпича. Законтролили Нериона и Альпича. Резче контроль. Так, смотрим, сейчас будут духи. Духи пошли, давайте бейте духи на пул на Моровинда. Нокдаун не получит агро, потому что он законтролится. Херосимчик, прожми что-то. Бей трэш, Херосимчик, потому что ты первый по агру. Бьем босса, отлично, босса на другую сторону. Херосимчик, прожми что-то, ты первый по агру. Уйди вообще из боя, как-то свали, не знаю, что хочешь, сделай, не бей босса. Утроба, не, утроба не контролируйте, имплантацию и мародерку, дайте контроль. Угу, ни в чем убили, херово. Что у нас по БРам, кто, Шедим, подымай. Никого не подымай, бейте босса. Я уже БР. Бейте босса, добивайте, все будет нормально, добьем. Так, бейте трэш, убивайте трэш, убивайте этот трэш. Отлично, леди сорвалась, не напуливает, не умеет, не знает, добивайте трэш, бейте босса. Шедим, прыгни в мишку, Шедим, в мишку прыгни. Убивайте босса, все, Моровин забрал, убивайте босса, дайте контроль Юнту и Херосимчику. Босс убит, упала, шляпа упала, рольте там резцы не втипавших, давайте Калк и Горгот резцы, тот он сдох, идем на корабль. Иногда он-то, наверное, на мейн ролит.
благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее, Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Бой повис. Кто завис? Бой. Мысли. Бой только на трейлер. Да, в вагоне. Давайте идем бить трэш. Пушки сяду я и еще каких-то три типа. Давайте посмотрим, что тут по ДД. Горгот сядет. Найти Войд, Фьора, я и мародерка. Пушки сель. Взяли все. Можно, пожалуйста, не я? Я не умею в пушке сидеть. Ну, если честно, я тоже не сидела еще. Горгот. Ну, короче, давайте, запустил босса, погнали. Просто надо стакать энергию до 90, а потом раздержать там 2 скилла. Привет, Алёна. Привет. Наконец-то ты заговорил. Что это там вдалеке? Давайте, корабль пошел, дайте на одну пушку истерию, погнали. Истерию на одну пушку дайте. Лучше на две. У нас аж 2 БДК было, да? Это заклинание еще не готово. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Артету делать нечего! Пехота, сержанты! Ой! И что таких? Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть заткнет эти пушки. Бля, упал. Фак. Как я упал? Да, ты ж вернешься все равно. Давайте магу. Я так и не понял, как я вчера во тьме упал, когда хилил. Ночь ты не спал, да, размышлял. Ну да, я не говори, во сне снилось, что я все спрашиваю. Оружейники, огонь! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Да мы с Войдом были, да, когда я принцев своим паладином троих сразу держал. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Петраш, прилетай тебе, эти маг.
Тема не стоят нигде. Нету бонуса. Снизьте нокдаун какой-то КВСБ аэродаун сдох на корабле. Он сдох. Ну, так же, как у тебя вчера было в обычке ночью. Я понял. Да сейчас его подождем, не лутаем. Просто идите. Идите. У нас рука. Нокдаун, тебе что-то надо? Даун, алло. Тебе что-то надо с сундука? Пиши что-то, если ты не можешь говорить. Даун, алло. Суроныч. Очень японец. Тут фигня упала, разруливай. Не запускайте, нокдауна нет. Мне прям не надо линковать. Если... Фога, допустим. У тебя есть сова? Фога, сова есть? Да, да, есть сова. Спекайся. Да, Холи Пал, ДЦ и Аршан захилят тут вообще без проблем. Так, иногда он тут, дайте... А, не тут, дайте ему баф, он сейчас протанется, хавайте рыбу, роги, кулак, баф. Отлично, Саурфанг запущен. Сядьте на маунт или поставьте джифсы. Я подобрал Дингеру правильно на Саурфанге, потому что когда я всегда в рейде, ее неправильно дают, когда я скажу, тогда и дадут. Кстати, сказать, вот эту шею как раз надену на динамках. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце. День, шаман. Давай, когда я скажу, тогда и дашь, Гер. Чтобы было правильно. Чтобы у РТД были проки. Туда-сюда. Я пообещал его мать. Что-то поменяет, РДП больше, ну, увеличится на 2%, 3%. Да, вары, которые не одеты и фигово. Короче, вары, просто бейте. Вары, которые не одеты, и бейте трэш. Ретрики так же самое. Я тоже бью трэш, я босса не бью. Бейте трэш. Короче, кто не одет, бьет трэш. Кто хочет затестить ДПС, тестите ДПС. Но только, вот, например, если вы знаете, что вы не дадите выше 20, бейте трэш. Давайте, сейчас бой начинается. 3, 2, 1, погнали бой. Так, давайте, Гер. Ну вот, как я и говорю, через 5 секунд. Без яда бью, отлично. Ну, вот. Бейте, бейте босса. Смотрим трэш. Твой сразу стан какому-то дай. Любому, пофиг, чтобы не шел. Давайте все в трэш. Давайте босса. Смотрим еще раз трэш. ВВ, ты дашь войско. Давай, ВВ, войско. Ну, трэш. Его метка трэш не бить. Тут
Ну, убей-то. Почему Луна еще жива? Сейчас он ничем вылетел. Бейте босса. Смотрим трэш. Давайте войско какой-то танк отлично. Давай танк войско. Какой? Любой ДК, которого нет КД, не знаю. Дайте войско, Моровин. Вон трэш не бей, у тебя метка. Луну резко забили. Подбивайте Сурфанг, Джейлис и Фогу хильте. Все, трэш больше бить не будем. Сейчас, когда он появится, Вар, Верзила, Даш, Фир, Масфир. Его на панель, если ты не знаешь, что это такое. Бейте босса. Сейчас страж появляется, дают масфир и выбивайте босса. Отлично. Все. Причем вылетел РДПС 300. Все круто. Клинок упал, завоеватель упал. Короче, фигня. Идем дальше. Я даже 2к ДПС дал в растворе. Так что можете 2к отнять от РДПС. Давайте Вальку ведет нокдаун, давайте только одну убьем. Моровин почему-то с меткой, что-то я не втыкаю, что за прикол. Она его не убьет. Ни к чем не бил. Моровин, че ты вышел? Такая тишина или меня выкинуло? Тишина.
все боятся Эрела. Все, так, я тут, ты мне перенесли, давайте я расскажу что-то. Босс, Олег, что тебе не хватает? Да я ману просто. А, я понял, давайте чек. А, дас, два ханта, три шип, два ханта, четыре шипа, шесть, сова. Есть сова? Нет совы, да? Шедим, ты сова? Кто ты? Долго сова. Семь, шава, семь, протопал, восемь. И Фога сова еще. И Фога 9, все, на ржак. Слева 9 человек на ржак. В принципе, надо 8, но 9 так для, не знаю. Все, все готовы, нокдаун начинай. Давай, Геру. Отлично, я вылетел, походу. Ты еще с нами. Ой, перс. Все, убежал. Что там по имени Горбик? Тебе надо какой-то имя? Не слышно врага или нет? Слышно, слышно. Горбик, тебе надо имя? Я уже дали. Эй, Фога, дай имя Горбику. Еще один тоже. Только что кинул, только что ему дал. Бомба на слизняки висит. Сейчас на данный момент бьем большой слизень. Слизень больно или нет? 15к. Ясно. Нокдаун, забери большого слизня на себе и держи его. Да я забрал. Кубка. Классно. Гимна ХП вроде не надо. Все, добивайте, босс. Взрыв там. Разбежались, разбежались из центра, взрыв пошел. С руля захильте, с руля. Может сам себя захилить, ясно. Добивайте, босс. Ужасные новости, народ. Гниломорт... Сните бабушек. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ну, колок хорошо хилит. Ого, калк нахилил. Неплохо. Холипал всегда первым. Бля. Не, на лече меня обычно калк перехиливает, когда я зашманываю.
Так, смотрим, босс. Ты завис, этот верзила, или чё с тобой? Чё, нормально всё? Ты бегаешь на месте. Не знаю. Мать, речь, босс, идите. Стабав, дайте. Нет, если стабав, роги, кулак дайте и рыбу поставьте, потому что тут были трупы. Есть кого рыба? Пойти чекну. Калк, Вайтхолли, все готовы, нокдаун начинать. Оливье, отойди немного. Метки. Вот метка вам. Крест и... И полумесяц. Месяц поставился, да, есть. Ну, какой-то мебель какой-то. Двумя стаками маг выживает, кто помнит. Двумя, да, только кинь на себя щит. Маг выживает под двумя, только надо щит на себя Паук выпал. Ухлопус, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. К
Блин, а чё я не ролил ступни? Не видно, когда будет на руки кидает. Ну, ролли. Кидай ты, по-моему, выше всех. Так, кто там выше всех? Ну, если никто не ролит Джелиска Косина, то выше всех Фога. Гаргот, тебе надо сапоги? Надо, но не буду ролить. Чего? Не знаю, не хочу. Так, может, ты их поролишь? Пусть Фога будет счастливый. А счастливим его, да? Да мне и так нормально в хиле, у него ДПС больше будет. Ничего страшного. Ну, неплохо.